Я думаю, сегодня нужно быть немногословным. Победа заслуженная. Очень положительный момент то, что оставили свои ворота на замке. И то, что я говорил ребятам перед игрой, вот для того, чтобы придать импульс положительной команде, нашей обновленной команде, в которой появилось очень много квалифицированных, я считаю, футболистов. Но, как правило, наличие хороших футболистов это еще не означает, что хорошая команда. Поэтому нам в кратчайшие сроки пришлось ребятам объяснить о том, что у нас действительно может быть хорошая команда, если мы все вместе будем использовать свои сильные стороны. Сегодня вы заметили, что те люди, которые забили голы, и Роман Павлюченко, который, наверное, обязан как нападающий забивать больше, и Роман Емельянов, который забил, не так много он забивает голов. Это плод работы команды, тренеров и всего штаба тренерского. Поэтому еще раз говорю, что победа заслуженная. Если есть какие-то вопросы по игре, давайте я буду лучше, наверное, отвечать на вопросы. Спасибо. Вопросы, я думаю, есть? Да, пожалуйста. Ставка, которая получилась в этой игре на быстрый гол, она будет дальше использоваться? Всегда приятно забивать в начале игры, потому что, исходя из того, что счет на табло меняется, всегда меняется и стратегия игры. Поэтому в этом отношении, безусловно, зная то, как действует Уфа, проанализировав эту команду, мы понимали, что им придется больше раскрываться, действовать в позиционных атаках. А по тому материалу, что мы ознакомились по поводу этой команды, да, мы понимали, что это не самая сильная их сторона позиционной атаки. Поэтому они, наверное, себя не очень комфортно чувствовали в этой ситуации. Поэтому в этой игре сработала ситуация, где мы доминировали и управляли ситуацией, забив быстрый мяч. Да? Ну, хотелось бы, конечно, чтобы со всеми командами забивать быстрые голы, но не всегда так бывает. Спасибо. Спасибо. Да, пожалуйста. После 2-0 какую установку давали на второй тайм? Специально, то есть сложилось ощущение, что все-таки ребята больше играли с обороной. Это установка была или так сложилось? Ну, еще раз могу ответить на этот вопрос. То, что сказал в предыдущем вопросе. Позиционная атака не самая сильная сторона Уфы. Поэтому, исходя из этого, мы рассчитывали в быстрых атаках еще забить третий и четвертый мяч. В принципе, предпосылки для этого были. Спасибо. Да, сначала другого оборону прокомментируйте. Все-таки были хорошие моменты наших соперников. Игра в обороне? Ну, безусловно, на себя сделали. Безусловно, они обошлись без шероховатости. И во втором тайме, если вы заметили, на левом фланге нашей обороны стали появляться опасные моменты. То есть фланговые подачи и завершение с дальней стойки ворот, где соперника были хорошие предпосылки, чтобы хотя бы один мяч забить. Но еще раз говорю, что мы вовремя среагировали заменами на эту ситуацию. И когда вышел Александр Ставкец, он в частности помог Александру Донцову на фланге, чтобы этот вопрос закрыть. Спасибо. Чесан Бумунга поменял номер на 10-й, он стал уже полностью основательным нападающим. Да? То есть он начинал с 3-го номера и шел на 10-й. Я считаю, что Чесан Балунга универсальный футболист. Да? Если он раньше играл все время на фланге полузащиты, то сейчас я вижу в нем потенциал, что он может играть практически в любой позиции в атакующей линии. Ну, 10-й номер, это он сам выбрал или это инициатива команды? Это он сам выбрал. Мы, в принципе, не против, учитывая его заслуги перед Уралом и то количество времени, которое он в команде уже 6 лет. Конечно, он заслуживает 10-го номера. Спасибо. Да, пожалуйста. Шарий Владимир, Сумский ведомость. Вадим Игоревич, вы много работали вместе с Гончаренко, с Настащевым поддерживаете отношения? Отношения, безусловно, поддерживаем, но это в большей степени касается каких-то, ну, скажем, дружеских отношений, личных каких-то вопросов. Да? Что касается профессиональной деятельности, то за этот период времени, что мы расстались, работая вместе, мы практически на профессиональной теме не общались. А вот в связи с этим вопрос был задан после Гончаренко, а вы считаете, что это дерби? Нет, я не считаю, что это было дерби. Я считаю, что это был старт чемпионата, эта игра. И старт чемпионата всегда важен для любой команды. Еще раз повторюсь то, что сказал вначале. Для нас было очень важно держать победу, чтобы та обновленная команда, которая у нас есть, и те люди, которые появились у нас новые, квалифицированные, чтобы обрести уверенность и дальше двигаться по турнирной ситуации, вот это самое важное было. Все, спасибо.